Во Владивостоке устанавливаются летние высокие температуры. Это значит, город ожидает традиционные гидравлические испытания. Сроки и схемы отключения горячего водоснабжения уже известны. По традиции отключения пройдут в 4 этапа. Первыми по плану без горячей воды останутся жители Ленинского и частично Первореченского районов. Неудобства продлятся с 10 по 17 мая, а с 22 по 29 мая горячую воду отключат во Фрунзенском районе. Третий этап отключения пройдет в период с 29 мая по 5 июня. Коснется он домов и предприятий на мысе Чуркин и в районе Тихой. А с 13 по 20 июня горячей воды не будет у жителей Первореченского и Фрунзенского районов. Гидравлические испытания проводят два раза в год, перед и после отопительного сезона. Заниматься ремонтом и наладками, по словам энергетиков, гораздо проще и логичнее летом, когда в трубах и на магистралях снимается тепловая нагрузка. Однако многие потребители с такими неудобствами свыкнуться не могут. Были такие высказывания от жителей, еще это, по-моему, даже от журналистов, что гидравлические испытания вы проводите для того, чтобы отключить горячую воду. Нет, категорически нет. Это испытание проводится для того, чтобы безаварийно и надежно пройти предстоящий отопительный сезон. Одновременно с гидравлическими испытаниями энергетики запланировали ремонт и перекладку тепловых сетей. А это значит, перекрывать будут не только трубы, но и дороги. Основные работы пройдут на Народном проспекте, улицах Нижнепортовой, Калинина и Енисейской. В общей сложности в теплое время года энергетики планируют заменить 3,5 километра изношенных участков теплотрасс и восстановить 4 километра тепловой изоляции. Такие показатели фигурируют в ежегодных отчетах. На пресс-конференции прокомментировали заканчивающийся отопительный сезон. Скажу, что мы отработали планово, штатно, без перерывов в теплоснабжении, без сбоев, без аварий, отключений и тому подобное. Приятное слово «штатно». Из волнующих моментов энергетики за весь период отметили лишь один, когда 14 февраля на Станюковиче обрушилась подпорная стена, повредив теплоснабжающую магистраль. На день потребителей пришлось отключить для врезки обводной линии. Еще одним тревожащим предприятия вопросом стали задолженности потребителей. При этом среди злостных должников даже крупные предприятия. Хромая дисциплина платежей, это мягко сказано хромает, у наших сельхозпотребителей, это вот Губ Дальневосточные теплицы Суражевки, это ДЭМ Лазурная, это теплицы Партизанская. Предприятия накопили очень серьезный долг. Не меньше энергетикам задолжало и обанкротившееся предприятие «Радиоприбор». 24 миллиона рублей за услуги, которые с 5 апреля заводу больше не поставляются. Долги будут высчитывать через суд. А что касается потребителей среди населения, за тот период, когда горячей воды не будет из-за гидравлических испытаний, должны произвести перерасчет. График гидравлических испытаний согласован с администрацией города. И этот график передан в отдел сбыта. И уже квитанции должны прийти за май-июнь месяц с учетом того, что потребители будут отключены от горячего водоснабжения. А вот в некоторых квартирах из-за повышения температур на улицах жалуются на слишком горячие батареи. Однако в ДГК пояснили, теплоснабжающее предприятие отключить от услуги раньше времени права не имеет. Для этого необходимо официальное постановление. Однако проблему могут решить в ТСЖ или управляющей компании. В каждом доме есть тепловой узел, который позволяет регулировать температуру. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.